Два золота, два серебра, две бронзы и победа в командном зачете. Юниорская сборная Владимирской области собрала урожай наград на первенстве России по практической стрельбе из пневматического пистолета. Соревнования проходили в Дубне Московской области. За звание лучших стрелков боролись 168 спортсменов из разных регионов страны. От Астраханской области до Ставропольского края и Северной Осетии. Владимирскую область на соревнованиях представляла юниорская сборная спортивно-стрелкового клуба «Динамо Владимир». Соревнования проходили два дня. На двух спортивных площадках спортсмены выполняли 20 сложных упражнений. В командном зачете наша юниорская сборная стала первой. Не было равных нашим спортсменам в дуэльной стрельбе. Это отдельный вид соревнований на меткость и скорость для нескольких спортсменов. В индивидуальном зачете среди юношей 11-15 лет наши ребята заняли первое и второе места. В общем зачете среди спортсменов 11-20 лет стрелки выиграли серебро и бронзу. А в индивидуальном зачете для юношей 16-20 лет владимирский спортсмен стал третьим.